Ну вот и подошел к концу чемпионат мира по блицу 2013 года в Ханты-Мансийске. Ле Куанг-Льем становится чемпионом. Это я скажу заранее, уже знаю, но вы тем более знаете, что произошло на этом чемпионате. Это была последняя партия, и посмотрите, как Ле Куанг-Льем одолел своего соперника достаточно уверенно. Ну, Сергей Мовсисян играл на первой доске, играл достойно, но все-таки сил не хватило. We begin the last game of the championship. Начинаем последнюю партию чемпионата мира.
Итак, решающий шаг, и Сергей Мовсисян сдается, а Ле Куан Кьем из Вьетнама становится чемпионом мира 2013 года. Ханты-Мансийск, лето, прекрасная погода. Июнь в Ханты-Мансийске – это примерно как май в Москве. Деревья только расцвели, запах черемухи, и вся жизнь еще впереди. Ну, на этом я завершаю свой исторический ракурс в историю шахмат Блица. Спасибо Фиде, они разрешили мне снимать непосредственно у столиков, чем я им благодарен.